Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов провел рабочую встречу с руководителями компании «Дорхан». Жители расположенных рядом деревни Акулово и микрорайона «Гусарская баллада» продолжают высказывать коммерсантам претензии по поводу загрязнения воздуха. Представители компании привезли на встречу документы, подтверждающие установку дополнительного оборудования для очистки отводимых в атмосферу технологических газов. Комплексные мероприятия по глубокой модернизации газоочистных сооружений на производстве планируется завершить к маю.